Привет, Мурманск. Привет, ребят. Пузик хорошо. Растет потихонечку. У меня четвертое. Все хорошо. Протекает беременность. Ну, уже намного лучше. Сейчас токсикоз проходит. Как бы уже как хорошо. Правда, очень плохо кушаю. Вообще не ем. Похудела. Нет, просто съемки все сделали. Что делать? Спасибо. Растем потихоньку. Я причем делала УЗИ вот недавно. Он такой большой уже у него. У ребенка уже и голова, и ручки. Короче, он уже как человек. Ну, я просто сравниваю. Ну, у меня 3 фотографии есть. Ну, с больницы. И там, допустим, первое, там только домик видно его. Как бы домик больше, чем сам ребенок. А сейчас уже все, там прям целый человек лежит. Угу. Спасибо, привет, Казахстан. Ресницы не наращиваю, потому что у меня были нарощенные, ну, когда я еще беременная была. Они у меня отпали. Сами вообще. Где много? Ну, пока я только зашла, 237 человек, 240. Ну, я только прям открыла. Ну, дай скажу пару слов. Уже 250. Так, друзья. Качаем приложение TNT Club. Там есть раздел Live. Далее, свадьба на миллион. Честно говоря, нужна ваша поддержка, чтобы мы выиграли. Хотим сыграть свадьбу. Ну, свадьбу мы по-любому сыграем. Просто вот какая она будет, бюджетная или приличная, это уже, собственно, зависит от того, выиграем или нет. Да, кстати, почему-то очень у нас уменьшаются голоса. Спасибо большое, кто за нас голосует, очень приятно. Уменьшается бабочка, потому что там коэффициенты скачут. То есть общее число голосующих, это 100%. И эти 100% распределяются на всех участников. Ну, то есть, ну там какая-то система в любом случае. Я не знаю, как так получается, но у Рапунцель было там... Расскажи, как мы вчера выиграли все 3 семьи. А, у нас вчера, значит, была номинация... Мы самые большие получили. Нет, я грузинская еврейка. У нас вчера была номинация... Покажи сердечко, дай мне... За красное. Нет, не надо за красное, наоборот. Ты тянешь. У нас вчера была номинация за вклад в телепроект «Дом-2». Да? Так называлось? Ну, вот. Нет, новогоднее итоговое шоу. Да, новогоднее итоговое шоу, короче, у нас было три номинации. Не, вообще было их 12 номинаций, но мы в 3 выиграли. Вот такие сердца получили. Это 3 штуки, да, мне так нравятся они. Значит, за первую номинацию у нас была это «Лучшее свидание года». А вторая номинация – это «Лучший танец» Бубочки был. Он выиграл 100 тысяч рублей и сердце. Вот. И я тоже выиграла на 3-й номинации. Это «Событие года», моя беременность. Тоже выиграла сердце и 100 тысяч рублей. Вот. Привет. Вот, ну мы такие радостные были. Нет, я не армянка. Hi. Привет, Дарья Харитонова. Привет, Сыктывкар. Слушайте, ребят, мне не нравится, как я ору, не смотрите. Знаете, такие вот... Я грузинская еврейка. Я уже когда пришла на проект, я сразу об этом сказала. Зачем 100 раз спрашивать? Нет, у меня нет татуажа. Привет, Переделкина, привет. Вчера была дома. Позавчера была дома. Спасибо. Слушайте, ребят, все, кто пишет мне негатив, я буду вас банить. Как бы не нравится. Вы сами, вот смотрите, вам не нравится, как я себя веду, при этом это мой перископ личный, это не канал ТНТ. Вы заходите на мою страницу и сидите все равно на меня смотрите. Не нравится, как бы не смотрите, выходите, вас никто не держит. Вы особо как бы мне не горячо, не холодно. Спасибо большое. Глеб ушел с проекта, ну как, уже его нету.
Что такое Дахэ, я не поняла.